В поселке Серебряный Бор еще 85 жителей обрели новое жилье в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Все ли нуждающиеся жители поселка встретят Новый год в новых квартирах? Об этом в следующем сюжете. Семья Габрилевич с двумя детьми с 2011 года ютились в деревянной холодной однокомнатной квартире. Переселение они ждали с большим нетерпением. Перед Новым годом такой вот подарок, нате. Вот прям, ну, красота. Вот прям очень рады, прям вот квартира вообще прям хорошая, вот теплая самое главное, что... И в центре. Вручение ключей стало долгожданным и радостным событием для 85 новоселов. Серебряноборцы впервые осмотрели свои квадратные метры и остались довольны. Также застройщикам созвездия в подарок новоселам была организована многофункциональная детская площадка. Новый квартал сдан в эксплуатацию этапом 2015 года. Вложено очень много сил, много энергии в строительство этих домов. Дома очень красивые, комфортные. Полностью благоустроенные. До конца текущего года в Серборе будут заселены еще порядка 7 домов. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.